собрались передо мной. Геральт объявил войну Иридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над дикой охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Эльфский знающий собирался лишить короля дикой охоты поддержки в его собственном королевстве. Вместе с Геральтом он отправился в путешествие по иным мирам, чтобы попасть в город Тир-Налия, где находилась резиденция Гейльса, наместника Иридина. Гейльс был преданным сторонником прежнего властителя народа Ольх. Узнав, что Иридин виновен в убийстве прежнего короля, он обещал помочь Авалаку в победе над узурпатором. А твое бледное рыло людей не бесит?
Пойдите вы все к черту! Ну что, паскуда?
Тьмущие чудища. После того, что ты для нас сделал, ты мне всегда угодишь. Поклон вам! Ты чего плачешь? Мой суженый пошел в лес проверить силки. И не вернулся. Что-то с ним случилось. Я слышала, как он кричал, но одна туда боюсь идти. Пойду проверю, что там случилось. Спасибо. У меня есть деньги. Я тебе заплачу. Плохие вести для этой женщины. Ее жениха загрызли дикие псы. Ты его не нашел? Нашел, но... Ничего не говори. Я по лицу твоему вижу, что... Пожалуйста, возьми деньги. Я не могу их принять. Жаль, я не привел его живым. Могу я хотя бы за телом сходить? Это опасно. Но если решишься, он лежит возле силков. Спасибо. Прощай. Thank you.
Потанцуем? Еще не засохло.
стрелять не научитесь. Отпускай его! Thank you.
раз так набрался, что из ушей... Добро. Давай монету. Себе под нос бормочешь. Геральт, рада тебя видеть. Нужно что-нибудь? Что у тебя есть на продажу? Мне нужен ведьмачий доспех.
Бывай. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Покажи мне свои товары. Будь здоров.